Трагедия в Татарстане никого не оставила равнодушным. Напомним, сегодня двое мужчин устроили стрельбу в школе Казани. Есть раненые и погибшие. Временно исполняющий обязанности губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел срочное совещание Совета безопасности. Участвовали главы Министерств просвещения, соцразвития, представители силовых структур. Что решили? Первое. До пятницы текущей недели, то есть буквально 4 дня, каждому муниципальному образованию провести детальную проверку безопасности каждого образовательного учреждения. Школа, дошкольное учреждение, дополнительное образование, соответственно, организация спорт, те, которые находятся на территории муниципалитета. Главные критерии – это наличие тревожной кнопки и охраны. Также поручено просчитать, сколько не хватает денежных средств для дополнительной установки кнопок. На данный момент 839 объектов на территории региона оборудованы тревожной кнопкой. Это детские сады, школы и школы искусств. Директорам школ поручено провести детальную работу с классными руководителями. В школах будут проведены родительские и педагогические собрания. Алексей Русских высказал, что от региона необходимо внести ряд законодательных инициатив в Госдуму. Например, поднять возраст получения оружия. Сейчас он определен с 18 лет.